Ладно, еще раз всем здрасте, ребята, я заново пишу. Вот, добро пожаловать на спидран прохождение игры Metal Gear Rising на сложности Very Hard. С вами Тираныч. Не ждите диалогов, не ждите сценок, это просто очень быстрое, ну максимально быстрое от меня прохождение этой игры. Ну, поехали. Да я особо не буду разговорчив, так что... Откуда? Вот эта ракета откуда-то прилетела, интересно. Да господи, давай, давай сюда. Падай. Ну пока что без наших супер плюшек. Без нашего меча, без брони, без хп и так далее. Зря я так долго рублю на самом деле. Так, обошли. Куда ты? Блок не ставит. Два процента у меня осталось. Лол! Я не успел блок поставить. Ну, возможно, это будет самое... Самое долгое, быстрое прохождение. Не получилось заблочь. Thank you.
Эй, йоу, полегче. Господи, ну хватит прыгать-то. Дай ногу. Оу. Тихо. Тихо. У меня осталась только одна пушка на ноге, на правой, все. На левой, вернее. Тише. Вот достал он прыгать. Ну, где финальная сцена-то? Надолго ты еще будешь воевать-то? Нет, это Metal Gear Ray. Не ждите каких-то там S-рангов, потому что. Do not let him out of your sight. You must catch him. Так, часть 2. The damn UG. It still works? Yeah.
mode to take down those heavy missiles. Ну что, без руки? Куда? Как? Косяк. Ладно. Еще раз. Быстрее, 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 быстрее. Споткнулся. He's headed for the front of the train. After him. Riders, an unidentified field rotor is headed your way. Keep an eye out for it. Так, тут сопротивляться не стоит. Поэтому пускай режет как хочет. Self-taught. И скипнуть это нельзя. Still. Your technique lacks something. Now, now, don't be shy. How long can you last? Это можно скипнуть. Are you all right? You're almost clear of the tunnel. Just hang on. Давай. Мужик! Did you want to practice first? Ну и это скипаем.
Так, ну, сейчас начнется мясо. Райден, you landed safely, да? У нас вроде как наш меч. Да, Fox Blade. Тут что поставить-то? Я даже не знаю, тут поставить. The waypoint is marked on your Soliton radar. Contact us on codec, if you have questions. Лол. Шикарный спидран. Using stealth camo to ambush you. Nice try, but it won't do any good against a state-of-the-art cyborg like you, eh? To parry incoming hits, throw out your own barrage of light attacks while your foe is on the offensive. Raiden, this is Boris. Give me your status. Looks good. As I dolls also so I step to. Mm-hmm. Hostiles in the lower right of flank. Не надо этого делать. В принципе. Райден, take that main thoroughfare. You can use augment mode. Так, ну, ачивку за спасение мирных граждан мы уже получили. What are you doing here? Привет, Скайдарк. Тоже по привычке просто. Very good, Raiden. Now, keep heading for refinery. Ну, иди сюда. Ух, нифига себе пришла. They have erected an electromagnetic barricade. Maybe expecting UG or cyborg attack, да? Иногда все-таки придется юзать андацию, то для того, чтобы... Чтобы отрегениться. Allow your choice. You must die.
Combination attack. Так, сейчас корова и все, гуф. Пусти меня. Так, это не скипнуть. Stupid to try and hide it. Так, ну пора бы уже подрегениться, а то 64% это не ок. Мы его спасли. You ну ладно. Давай, дальше. So that's where they're holed up. Some kind of electronic lock on the gate. Most likely that use. Why not, you know, most use. Most use, look. Кто тут не вылезет? Прыгнул.
We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your Soliton radar. You can engage if you wish. It's... Raiden, the cliff is just ahead at the end of the... and his team must be in here. Find him. Raiden, wait. There are active IR... Need to run past the IR beams, Raiden. Все, нет больше никого. Как это, что это? Да, доброе утро, Гош. Навряд ли, Лума. Something special just for you.
Так куда ты? Наверх-то, у тебя 8% осталось, мать. Не затягивай. Вот и все. Мистер, я потом прокачаюсь. It's right. I'm in the sewer system. Oh, you're FY. Tell we need of so. Yep. No. Do we like it's first oh, but maybe I will scout ahead. You will provide backup. Sir, yes, sir. Commence operation. Нет, это ПК версия. Вообще есть там третью плойку, но это именно ПК-версия. Райден, unidentified UGs are patrolling the sewers. Exercise caution. Better take out that UG quick. Don't attract too much attention down there. I see a maintenance catwalk. Да ну это не босс, это обычный моб. There is a boy in these sewers.
Мне вот интересно, для ранга С что нужно сделать, или как его убивать, или за сколько. Кого именно? Босса? Чтобы убить босса, нужно там камбуль выписать, и чтобы он тебе дэмэджа не нанес. А, что я заставку смотрю? Воу. Ну вот и сразу. В принципе, хватает, просто не получить дэмэдж. Ну а с Фокс Блейдом вообще изи не получить дэмэдж. Любой противник, в принципе, ваншотится. Надо быть просто чуть-чуть аккуратным, и все. We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your soliton radar. You can engage if you wish. It is your choice. Righty, I have determined the approximate location of the lab based on the bolt. So, a fake wall projection. Pretty well hidden, I gotta say. Не хочешь на классике, по классике ударить и в Хаос Легион поиграть? А, я не знаю, что такое Хаос Легион. Raiden, if they continue to increase... Those were the joke. Yeah, perhaps. Jeez, what you said. Yeah, we've got to make it true. I bet. Splendid! It is all ours. Now, use it to locate a data input terminal. These guys are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Try latching onto Cyborg's heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious. I got him! Over here! Contact! There! Да господи, ну... It is all ours. Now, use it to locate a data input terminal. These guys are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Try latching onto Cyborg's heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious.
Диалоги. You see that, Kev? In Monty's killer. Ну, Оксис, это вот эти вот маленькие, которые с ручками бегают. Перепрограммировал, чтобы пробраться и загрузить там данные. No, you thank. Так, а если... Давайте все-таки качнем. Я что-то забыл совсем про эту фишку. Ладно. Нет, сложность very hard. В описании стрима написано, ребят. Revengeance я буду проходить только на Stormbringer. Да, ну хорош. Надо было еще на втором, на первом боссе качнуть эту фишку. Очень много дамажит. Ну,
What do you mean? That device can you come so un right. Не получилось, найс ранг. Не получал я дэмэджа. The road is blocked by barricades. We will proceed through the buildings. You will follow me. They try to your look company right boy they'll be weak you sign I say just look you and your there rope you do they yeah well no well I do слишком долгие разговоры. Фига комбо. Комбо-бомба. Enemy sighted!
сон для слабаков, Рейкон. Так, ну что, сейчас Мунсун. Особняк. Ну, вернее, вот это вот здание, там на крыше и... Там до финалочки недалеко.
fighting for the children. But you're a man on a mission, aren't you? Gonna fix everything. Just you and your little sword there. Solve everything with violence. Is that it? What am I even trying to do? And for this? Задело. Грубо говоря, уже чуть-чуть осталось. Ну, я думаю, в принципе, можно игру пройти за час. Но у меня руки кривовато, чтобы за час пройти. Это меч Foxblade. Он, в принципе, рубит любого с одного удара. Someone to anger long enough, they've learned to hate. They become a carrier. Envy, greed, despair, unruliness, all passed along. How about full of shit? Is that a meme? You can't fight nature, Jack. Wind blows, rain falls, and the strong prey upon the weak. Sam tells me you see your weapon as a tool. Something that saves lives, a means of justice. Now there's a pretty meme. Exquisite. It spared you the burden of all the lives. Не, боссов не рубит, с боссами надо драться. You absolved guilt when you enjoyed it. That is...
Так надо было вертикально too bad for that!
Да ты достал! Попробуй все-таки перерезать. Не успеваю. Я не знаю, как я это буду проходить на Штормбрингер, но надеюсь, как-нибудь допройду. Пафос ты пропустил. Там в заставках было довольно-таки много пафоса. Да неизвестно, когда я буду проходить на Revengeance. Пёсики, подождите. Да что такое? Raiden, Sundowner contacted you from the top floor. Time to make your way up there. Господи. The elevators appear to be disabled, which we should have expected, I suppose. I will access the control unit. Perhaps you can hack an elevator and make it operational. Ooh, splendid idea. By all means, yes. Hmm? It seems the guards are storming the building. Raiden, get back to the entrance. Buy me some time to get this elevator operational. Ждем, пока откроется лифт.
Ava! My hack was a success! Board the elevator, right? For security purposes, the building is advised so in tune. Let me so the, it is you will in. The electrical panels are most likely hidden in the wall. Use your they found you! No choice now! Good! One down, two to go. Keep at it, right? There should be an electrical panel nearby. Use your enhanced. Excellent! Just one more! They keep on coming! Yes, that should take care of security. Now, head back to the gate. Off. I need it. What's most important? This. Look, I. They're pouring in from everywhere. This is crazy. You'll pay for that. Do not have to fight every enemy you encounter, right? Try and keep moving. Nice of them to blow open the door for me, yeah? Idiots. Надо какого-нибудь товарища разрубить, я думаю. А то что 27% не очень радует. Я даже знаю, кого мы сейчас разрубим. А, не, не получится его разрубить. Не успел. Бывает. Keep climbing like that. It will be much easier for you. Он реально тут очень неманёвренный. Good, Raiden. Yes. Right away, up now, yeah? Almost there. Have you this not ice? I have great enemy now. Checkpoint близко. Ну, это не ко мне. Я вообще не должен был умирать. А он снизу уже. Ну что ж, Вова, добрый день.
Ну, все, что я могу сказать об игре, я ее прохожу уже четвертый раз. Я бы советовал все-таки приобрести. Игрушка просто шикарная. I very much doubt you can get through there. The catwalk above you was connected to a corridor meant for transporting materials. You can take that to the elevator. Target located. Found him. Ну да, она реально, она слишком короткая. Straight ahead to reach the elevator. Ай, блин, я же спалился, я забыл. Так, ну... А, еще элеватор. You can reach the server room via the freight elevator just ahead. Элеватор. Enemy sighted! Зачем? Вот я не понимаю ваше, ну вот, Вов, зачем тебе ремейк четвертой обители зла HD? Я вот, допустим, ну не знаю, как вы, а вот лично я четвертую обитель зла просто затер до дыр. Поэтому не вижу смысла приобретать себе HD Edition. Да господи, ну... Ладно. The
are deploying security from the top floor to the freight elevators. Your path to the server room leads right through them. Server rooms ahead? Yes. Watch if the cry save it button. Yeah. Intend if so if ready. Well if так, господи, карапуз, отстаньте. Давай, Монсун, иди сюда. Это спер Монсун? Well, if it's AI controlled, it should pose no problem for you, yes? Где его голова-то? Ха-ха-ха!
Не, паразитов я еще не прошел. Так, ладно, пускай пока трендит. Сейчас я быстренько. The same regimen you went through in Liberia. Effective program. Just look how you turned out. Of course, running it in the real world just got a bit too complicated. Doing it virtually, though, no fuss, no muss. Straight to the brain. It's like a dream. Well, maybe dream is the wrong word. They do kill some POWs, some civilians. They enjoy it though. We give their pleasure centers a nice big jolt every time. Plus, they get a shiny new body as a graduation present. Another thing you have in common. Ryder, get Sundown. Do not lose him this time. Опять мимо? Да что такое? Попался, задел. Блин, успею ли я за 2 часа там? Там осталось, в принципе, чуть-чуть.
One. Right. Yeah, I am hurt. Right. I'm in it. 40. It is. And they. What? The piece gets. Oh, the gun. Office. Then we. Yep, it is. Hold up. It's not. Mark 7. That's right. That was quite the fall, Raiden. I'm glad to see that you are all right. Hmm? It's time you got out of Denver. I can you just get up? Yeah, guess a lot. But if you I'm Совсем чуть осталось на самом деле. Raiden, hurry! It may be an RLV, but it still needs time to accelerate and decelerate from first cosmic velocity. It could require more than 30 minutes to get to Pakistan. Где она? I've located a route with relatively light security. I will mark the heading on your Soliton radar. Да господи, ну что за... Что это за блок такой, я не понимаю. Raiden, I will join you in Pakistan. I will find a way to exit the helicopter. Proceed out of the city. I will contact you when I am on the ground. Так, все, остался Сэм и финалочка, в принципе.
Попал таки, а. Ну, сколько мне еще долбить-то надо? Вот так бы и сразу. Райден, there is no time to worry about the soldiers. Get to the control tower.
Ну попади. Слава богу. Ну что, финал. Нет, слэшер отличный. Давай.
Так, теперь 2.5 минуты бегаем. Да поймал, а? Вот жук. Да ну, God of War тоже неплохой слэшер, хватит. С довольно-таки неплохим сюжетом даже. Так, ну что, еще одна стадия пройдена. И финал. Сколько у меня на финал есть? Блин, 6 минут. Убил его за 6 минут? Навряд ли, конечно. Попытаться стоит. Даже, наверное, за 5. Ну, поехали. Не увернулся. Оу, не рановато ли? Волны пускать-то, дружочек. Let's go.
О, попал. Да должен был сбить, не получилось, ладно. Это не блочится. Жук. Ух, прям стенку прям меня зарядил. Неплохо. Так. Непонятно как, но что-то захват проканал. Ну вот опять. Не вовремя шип прожал. Ох. Не успел я за 2 часа. Ну, будет чуть больше, будет ничего страшного.
Ай! Прям в стенку. Воу. Ну чуть осталось, 4% снять и все. Ну, в принципе, все. Давай, Валерий. Последний разбег твой. Ну, до титров пускай таймер идет. Ну, как-то так. За 2 часа 5 минут был пройден Metal Gear Rising на сложности Very Hard. Ну, можно было. Я думаю, часика за полтора можно его катнуть. Слишком много фейлов от меня было. Ну, надеюсь, вам понравилось.